уникальное, когда и не вперед, и не назад. Знаешь, как? Смотри, это вот серединки. Вот, покажи. Так, сдача на права. Илья Ледоков, где правая рука? Нет, это голова. А рука правая где? Покажите мне правую. Десна рука, десна рука. Где десна рука, Илья? Илья, где десна рука? Покажите правую руку. Илюша, ты на права сдаешь. Слышишь? Хорошо, вы не знаете, но не страшно. Умеете ездить вперед? Покажите. Вперед, покажите, как вы ездите. Так, стоп, теперь покажите, как назад вы умеете ездить. Хорошо, а руль вам умеете поворачивать? Все, вы сдали на права, поздравляю. Давай, поздравляю. Сейчас я тебе нарисую право. Вот твои права. Права выданы. Кому выданы, Илюш, права? Илье Ледокову, да? Илье. Это Ли, До, Хо, Ве, Ру. Выданы Илье Ледоковеру. Какое сегодня число, знаешь? Субъекту. Какое? 20 мая 2011 года. На вождение. Как твоя машина называется, Илюша? Как машина называется? А как, кстати, она называется? Фиат 500, да? На вождение. Фиат 500. Все, вот твои права, держи. Эту бумажку ты должен всегда носить в кармане. И если подойдет к тебе полицейский, когда ты будешь ехать на машине, он тебе скажет: дайте мне ваши права. А ты ему скажешь, что? Вот, да? Давай, вот я полицейский. Здравствуйте. Вы умеете водить машину? Умеете? А у вас права есть на вождение машины? Есть? Покажите. Спасибо. Права, выданные Илье Ледокову на вождение карты СОР. Спасибо. Можете ехать дальше. Куда дальше? Куда дальше? Ну, куда хотите. Вот права. Ты только их не потеряй, Илюш. Если у тебя спросят, можно ли тебе водить машину, ты скажешь: да, вот мои права. А теперь на улицу пошли. С правами на улицу можно, да. Потому что с правами. Молодцы, ты сдал права, пошли на улицу и катать машину. Кататься на машине. Илюшка, только когда едешь, руль надо всегда держать в руках. Он сдал на русское права. Он сдал. Илюша, надо не права держать в руках, а руль. Права можно в карман положить. Он сдал на русское права. Давай права просто положим где-нибудь в машине всегда, да? Когда будешь их возить. Все, пока, Илюша. Поздравляем. Хорошо? Если вдруг кто спросит, вот мои права. Тогда, да? Илюша, поздравляем и пока. Пока. Пока, скажи.